Чистый песок, бесплатные раздевалки, души, спасатели, готовые в любой момент прийти к вам на помощь. Все это в одном месте. Кажется нереальным? Ошибаетесь. Полюбившийся одесситам и гостям города пляж Причал номер 1 уже несколько лет подряд держит марку, о чем свидетельствует самая высокая награда – голубой флаг. Этот знак отличия выдается только в том случае, если территория отвечает международным стандартам качества. Вся территория вокруг нас, за всем этим мы ухаживаем, и когда люди приходят к нам, они видят, насколько у нас чисто и насколько у нас ухоженная территория. И нет никаких заборов, никаких парканов, чтобы не пускать гостя к нам на пляж. То есть любой человек может прийти на пляж, воспользоваться песком, своим правом лежать на песке, загорать на подстилке, абсолютно свободно зайти в раздевалку, абсолютно свободно принять душ. Причал номер 1 стал излюбленным местом отдыха для всей семьи. Для людей с особыми потребностями тоже все предусмотрели. Пандусы и спуск к воде, специальный душ и туалет. Так что комфортно абсолютно всем. Отдыхающие признаются, здесь проводят целый день и очень довольны. Мы не первый год сюда ходим. И нравится, что, кстати, что немаловажно, оставляют очень большую зону для людей, которые не лежат на шезлонгах. Ребята всегда очень приятные, обслуживают. Мне очень нравится то, что он благоустроен. Мы можем бесплатно, как пенсионеры, я думаю, и другие посетители этого пляжа, пользоваться душем, краником для мытья ног. И мне очень нравится персонал. Они очень доброжелательно относятся к пенсионерам. О детях тоже не забыли. Детская площадка к вашим услугам. Детвора не нарадуется, ведь поход сюда для них – это настоящее приключение. Тут очень тихо, спокойно. Море всегда чистое. И тут очень много детей, и мне тут очень нравится. Мне очень нравится, потому что тут есть детская площадка, и тут море, и тут хорошо. Очень радует, что в Одессе есть такие пляжи, где можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.